Всем привет! Это я, Оля Платонина. Приехала в замечательный город Страсбург. И мне достался замечательный отель. Тут даже какой-то барометр висит. Я в нем ничего не понимаю, но влажность 45%, я так понимаю. Температура 20 в комнате, наверное. А это что такое желтенькое? Я не знаю. Вообще офигительный отель Best Western Monopoly. Я еще в таких не жила. Вот, но буду теперь иметь в виду. Да, и они с меня списали сразу, и сейчас денег не потребовали, а компанил, чтоб ему. Он с меня и списал, заморозил, оказывается. Как я ненавижу эту систему. Еще потребовали опять деньги с меня. Пришлось отдать все наличные и снимать в банкомате. Эх, евры. Тут у нас туалет. Туалет, унитаз. Туалетная комната, в общем. Ну, значит, наверное, у меня двухместный номер. Я так думаю. Тут, наверное, просто зеркало. Да, это просто зеркало. Это журнальный столик. Это журнальный столик. С такими тут всякими брошюрками. Я их еще не листала, поэтому не знаю, что там. Программа культурная. Да. Для тех, кто надолго. Ну ладно. Ой, так красиво. И, кстати, снег есть в Страсбурге. Я вышла из вокзала. О, я просто офигела. Вы не представляете, как красиво. Там столько огней. И отель находится совсем недалеко. Я пошла по центральной улице, чуть-чуть прошла, свернула на какую-то Келенджак и чуть-чуть прошла и увидела отель. Мой здание очень красиво украшенное. Вошла внутрь. Ой, мне так все понравилось сразу еще в отеле. Ну, там анкетку я заполнила, карточку. Они у меня паспорт даже не требовали, ни мою кредитку. Они просто попросили написать в этой карточке мой адрес там. Дату рождения, место рождения и паспортные данные я переписала. В общем, вот как-то так. Ну что? Что? Сейчас я вам покажу дальше, что вы думаете. Это я так думала, что-то такое интересное. Ну, просто не очень. Тут это еда, наверное, какая-то. А, тут еще можно еду. Ну, я на вокзале, я так замерзла в Страсбурге гулять так много часов, что я там поела. И тут у меня мини-бар. Шампанское. Вот нет, чтобы мне купить вот такую маленькую бутылочку. Я купила, там не было маленьких, я купила эту большую, и оно было такое вкусное, вроде это шампанское, да? На утро мне было так нехорошо. Меня немножечко штормило. Наверное, это был этот, как его, похмелье, наверное, не знаю. Я еще перегрела в комнате. Я так замерзла в Дании, что вот я повесила уже свои шмотки. Гладильная доска даже есть, но мне нечего гладить. Так замерзла в Дании, что на всякий случай очень тепло оделась. Тут сейф. Эти сейф плохо видно. Сейф, в общем. И да, батарея тут есть. И я, конечно, включу потеплее. Что вы думаете? Ой. Я включу на самый максимум. Я всегда включаю на самый максимум. Ну, просто не буду так тепло одеваться. Видите, тут улица какая-то очередная. Вот, тут написано Best Western Monopoly.
смотрели такой. Вот украшения тут всякие. На балконах тишина. Но снег здесь не видно, снег. Он там на газончиках лежит снег. А здесь Дед Мороз, видите, повесился. Не видите, темно, потому что можно жалюзи. Ой, жалюзи еще накрутят. Ну, мне это не нужно. Я шторки закрою. И все. Ой. И все. Вот так вот. Потом поправлю, ладно. А тут у меня ванная. Тут у меня ванная. Милая ванная. Батарея. Тоже надо включить. Батарею. Тепленькая. Тоже окно. Прикольно, да? Живут же люди. И полотенец в нем много положили. Ой, класс. А это гидро. Ой, джакузи. И вообще, я в шоке. Я в шоке. Жалко, что я на один день. И вообще, у меня в 12:45 поезд. Да, мне придется завтра рано встать. Завтрак, кстати, включен в номер. Приветственные конфеточки. Спасибо, я их обязательно съем. И, да, какое-то письмо от директора. На двух языках, мало понятных. Ну и ладно. В общем, как-то так. Это пульт. Это большая мусорка. В общем, как-то так. Я пойду сейчас немножко погуляю. Вот. Чай, кофе, потанцую. Не знаю, буду я вообще пить после этого шампанского. Так, если чуть-чуть. Чуть-чуть. Кушать-то не очень хочется. Ладно, с вами уставшая, как всегда, от шатания по городу и 2 часа на поезде, который еще опоздал на 10 или 15 минут. И мерзла я еще при этом. С вами все так же Оля Платонина. Фамилию пока не меняла. Псевдоним. И всем пока!